Накануне в Тюмени презентовали очередной том энциклопедии истории тюменской журналистики. Всего в свет вышли три книги. Там не только все знаковые события отрасли, но и имена людей, которые напрямую причастны к созданию в Тюменской области ведущих СМИ. Также здесь можно найти уникальные фотографии о работе журналистов. Эта энциклопедия – это карта навигационная, которая даст нашим потомкам возможность понимать, куда нужно нырять для того, чтобы поднять, вот, возможно, ту самую жемчужину или тот самый драгоценный камень, который, может быть, сейчас кажется и не нужен, а спустя несколько лет окажется очень важным и ключом к решению там, каких-то важных задач для наших потомков. Поэтому эта энциклопедия, она сделана не для нас, она сделана для них.